Ребят, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет опять-таки большой масштабный разбор покупок моих с Wildberries. Сегодня у нас с вами будет тематика, приближенная уже к учебе. Будут многие позиции, которые подойдут для учебы как в школе, например, так и в университете. Посмотрите, оцените, обязательно напишите свой комментарий. Перед началом этого ролика я бы хотела пригласить вас к себе на Wildberries. Я там продаю комфортные домашние комплекты белья. Случилась непредвиденная ситуация, по поводу которой я сейчас очень сильно переживаю. Поставка моя долгожданная с новыми оттенками потерялась временно в Москве, поэтому буду рада вашей поддержке. Покупайте красивые комплекты в цвете какао, они вам всем очень сильно нравятся. Я буду благодарна вашим отзывам с текстом, потому что опять-таки вышло обновление, где люди просто ставят звездочки. Ваши отзывы с текстом будут мне огромной помощью. Я вам буду безумно сильно благодарна. Ну а мы будем приступать к этому ролику. И по традиции, наверное, я хотела бы вам показать то, что находится на мне. А на мне находится очень интересный топ. Я его назвала топ-3 в одном, когда снимала Reels. Но мне кажется, что есть даже гораздо больше вариаций, как можно носить этот топ. Вы обязательно это все увидите. Я его ношу именно так, как нравится мне, на спущенных плечах. Ну вообще по классике он носится вот так вот сверху. Ну и также его можно совмещать, например, с черными или белыми лонгами для того, чтобы создавать школьные, например, образы. Если вы не любите полноценные фартуки, можно, например, надеть вот такой вот топ, и будет тоже смотреться очень симпатично, например, вместе с какой-нибудь черной обтягивающей юбкой. Этот пример вы, конечно же, увидите. Я себе заказывала топ в белом цвете, это минимальный размер, и топ полностью хлопковый. Единственное, что, чтобы он не был помятым, его придется отпарить, и если у вас есть отпариватель, то вы самый счастливый человек на всем белом свете. Я вам рекомендую его приобрести, он стоит не больше 2000 рублей. Возьмите самый простой ручной, таким пользуюсь я, и все вещи у вас будут выглядеть прекрасно. Лето еще пока не закончилось, поэтому я вам покажу пару позиций, которые у меня были приобретены на ближайшее время. И первая позиция — это вот такой вот бежевый топик, он с эластичным. Это ткань лапша, размерчик у меня здесь S, и этот топ имеет вот такие интересные завязки и вырез полукруглый под грудью. По составу это смесовое что-то, по-любому полиэстер, у меня не осталось здесь бирочки, она нигде не вшита, скорее всего она была только на бумажной этикетке, которая шла к топу, но, к сожалению, я ее не оставила. В любом случае, карточку и артикул вы сможете увидеть в видео, а саму ссылку внизу в описании, поэтому сможете посмотреть. Мне понравилось, как смотрится этот топ, интересно. Грудь, кстати, из-за того, что у меня небольшая, в принципе, ее не видно, она не выглядывает. Возможно, что у девушек с более крупной грудью будет видно ее, но, опять же, нужно подбирать размер себе в соответствии с тем, какой вы комплекции. Поэтому, да, мне понравилось, симпатично. Если вдруг вам нужен какой-либо топик, то, пожалуйста, берите на заметку себе. И последняя летняя такая прям позиция — это костюмчик. Я его нашла случайно на ВБ. Он идет с вот таким вот топом на полосочках, спереди, сзади просто там две перемычки, и к нему также идет еще длинная полоска. Здесь есть с изнаночной стороны петелька, куда можно протянуть все это. Я заказывала его также в минимальном размере, у нас здесь S, по составу 95% хлопка и 5% лайкры, произведено все в России. Очень мягкий такой комплектик, кстати, топ состоит из двух слоев ткани, поэтому грудь не просвечивает, можно спокойно носить без ничего. Но я ношу с силиконовыми накладками, они называются пестисы, стоят не больше 300 рублей, посмотрите на Wildberries, очень удобные штучки. Ну и когда впервые я надевала этот костюм, я его совмещала вот так, опять же, с вот этой веревочкой и притягивала себе за шею, чтобы он хорошо держался. В принципе, он и так хорошо держится, этот топ. И здесь асимметричная красивая юбка. У нее, получается, резинка идет вот таким образом по талии. И вниз еще вот такой вот мысик. Получается вот такой вот интересный разрез. Мне очень сильно понравилось, как смотрится этот костюм. Я уже выкладывала фотографию в свой «Нельзя грамм» в этом костюме. Если вдруг вы не подписаны, обязательно переходите. Там рилсы выходят раньше, там позиции вы можете посмотреть раньше, а здесь уже выслушать именно конкретно мое мнение по поводу всех этих позиций. Буду рада видеть вас там. Ну и, конечно же, ребят, я не могу оставить вас без дополнительной выгоды, поскольку всегда покупки – это какие-то траты, и хотелось бы сделать эти траты меньшими или позволить себе гораздо больше. И это позволяет сделать кэшбэк-сервис Мегабонус. Совершая покупки через кэшбэк-сервис Мегабонус, вы можете вернуть процент стоимости своей покупки как раз-таки обратно к себе на кошелек, на карту, или же просто потратить их вновь на какие-то свои покупки. На главной странице Мегабонус всегда есть магазин с повышенным кэшбэком, когда там появляется Алиэкспресс, можно захватить до 30%, да и в целом там всегда самые-самые сочные предложения. Ну и, конечно,
же я не могу оставить вас без промокода, он будет указан внизу в описании, и также по QR-коду, который вы видите сейчас на экране. Что он дает? Он дает повышение уровня лояльности. Ну а как работает эта система Мегабонус? Чем выше ваш уровень, тем больше ваш кэшбэк, соответственно. Так что приятных вам покупок, повышайте свой кэшбэк, забирайте больше проценты, ну а мы с вами идем дальше. А дальше у меня будет костюм. Знаете, вот почему-то в детстве они, видимо, были дурацкой какой-то формы, я их ненавидела, вот подобные костюмы. А теперь это стиль Old Money. И у меня здесь вот такой вот синий костюм с жилеткой и красивые брюки. В общем, безумно мне понравился этот синий полосатый костюм. Единственное, что он мне оказался чуть велик в талии. И единственное, что я себе сделала дополнительную защипу вот здесь спереди по талии. Появилась такая двойная складка, она абсолютно симпатично выглядит. Просто мне на талию 64 минимальный размер S был велик. Поэтому я решила уже своими ручками все исправить. Зато теперь брюки сидят отлично. Жилетка по форме мне, кстати, по размеру отлично подошла. Видите, как он смотрится на мне. Мне кажется, он придает какой-то, знаете, такой статности, что ли, богемности немножечко. И это очень красивый и актуальный костюм на ближайшую осень. Идем дальше, покажу вам мою любовь. И это моя новая длинная юбка. По идее, это макси-юбка, но она мне чуть-чуть не достает до пола. У меня рост 170, джинсовая, и она в очень приятном оттенке. У меня ранее была другая юбка, она была в более голубом, что ли, оттенке. То есть отдавала в синеву. А здесь нейтральный такой оттенок, ближе к серому, и мне это очень понравилось. И также мне понравилась ткань, потому что юбка мягкая, она не то чтобы тянется, она довольно плотная, но вот этот вот цвет и эта мягкая ткань меня покорили. У нее невысокая посадка, потому что, ну, если садить по талии, она получается широкая, поэтому я ее чуть спускаю вниз. Абсолютно никак не портит внешний вид, никак не портит образ. И я себе оставила вот эту юбочку, да, в обмен на ту, которая была у меня ранее в гардеробе. Ту я уже продала спокойно на Авито. Так что, да, обращаем внимание на юбку. Дальше у меня идет вот такой топ, и единственное разочарование в этом топе — это его размер, потому что я себе взяла размерчик S, а он мне банально оказался маленький, потому что этот топ, он очень плотный, как будто бы шит, знаете, на 14-летнего ребенка. Смотрится он круто, смотрится он симпатично, у него есть разрезы под пальчик с длиной моих рук. Мне все равно рукавчик оказался коротковатым, поэтому, скорее всего, этот топик я подарю. Мне нужно было брать мне просто банально на размер больше эмочку. Но вот учтите, что он симпатичный, он прикольный, это просто лапша трикотажная, состава здесь также нет, просто нужно учитывать, что если вы, допустим, моего размера, то нужно взять M, а больше там размера и нет. Или же, если вы очень маломерка, то как раз-таки вы вот можете найти для себя идеальный топ. Ну и завершать обзор мы будем джинсами. У меня здесь две пары джинсов, и первые будут вот такие вот черные мом, зауженные к низу, они очень эластичны, за счет чего в них удобно залазить, в них удобно ходить, двигаться, перемещаться, и это мне в них в первую очередь и понравилось. Понятное дело, что по длине мне всегда сложно найти что-то на высокий рост. Это действительно какая-то сложность, причем у меня довольно-таки средний рост, но вот с джинсами вот такая вот беда. Немножечко, они мне, как всегда, коротковаты, тем более именно такой формы. Я заказала себе в размере 26, произведены они в Турции, по составу это 98% хлопка и 2 эластана. Как раз-таки за счет эластана они эластичные, здесь есть вот такие вот защипы спереди, в любом случае на мне вы сможете это увидеть, и мне нравится все-таки их эластичность. Опять же, если вы любите такую форму, если у вас, допустим, рост чуть ниже, то эти джинсы вам подойдут. Ну и последние джинсы от бренда Больше. Я уже несколько вещей обозревала от этого бренда, и теперь у меня вот такие вот джинсы. Посмотрите, какая красивая яркая нашивка здесь находится в стилистике самого бренда и с вырезанной запятой. У них, кстати, также идут очень красивые бирки, вкладыши и даже наклейки в пакете. И мне нравится, в принципе, стилизация самого этого бренда. Здесь у нас идут джинсы тоже мом, но они довольно прямые к низу, и у них здесь есть вот такие вот протертые части. На одной штане, кстати, одна, а на другой сквозные такие две, спереди и сзади. Очень мне понравился также оттенок, он такой вот выстиранный, тоже ближе к сине-серому. Мне вот больше нравится вот такой оттенок джинсы, он выглядит как-то вот лично для меня дороже. Не люблю, когда он такой ярко-голубой, но это уже мое предпочтение. Я себе брала размерчик XS 34.
Здесь написано, кстати, что это все произведено в России, 100% хлопок. Да, эти джинсы не прям такие тянучие, они именно плотные, за счет этого они держат свою форму. Смотрится стильно, посадка у них не на талии, а чуть ниже, средняя получается. И эти джинсы будут круто смотреться с какими-то обычными базовыми маечками, футболками. И также либо с кроссовками, либо с какими-то не мюлями даже, а с лоферами, но не на высокой подошве. Я представила сейчас уже в голове себе эти образы. Я думаю, что на осень, вот, например, вот эти джинсы будут must-have. Что ж, ребят, на этом все, буду закругляться. Спасибо вам большое, что были со мной до конца этого ролика. Напишите, пожалуйста, в комментариях обязательно ту позицию, которая понравилась вам больше всего. Я буду рада, если вы не забудете про мой ВБ. Добавите бренд в избранное или напишите комментарий, если не писали его ранее. Для меня это очень ценно. Ну а мы с вами увидимся в ролике уже через 2 недели. Он обязательно будет, и там мы посмотрим новые позиции моих покупок. Не забывайте о том, что я вас очень сильно люблю. До встречи и пока!